воду из какой-то трубы. Мне показалось, это земля. Но если мы продолжим высирать планету, то, наверное, в будущем, да, вот такая-то и будет. Семилетний, некогда мама на рынке примеряет мне кепку. Я крутой. Да, крутой. Лицо мамы, кажется, сам приготовил себе обед. Это твое лицо, когда ты приготовил себе обед, и так пытаешься с невозмутимым видом идти в туалет, потому что днище рвет. Когда не выспался, я видел мем о том, что не выспался. Это жило. Когда живете в селе, и вдруг спрашиваешь, куда пойдем гулять? Это бежишь в городе, я гуляю по тем же местам. Да, я тоже в городе. Кто там думает, там на Красную площадь в городе ходят, там смотреть в Москве, там в Питере, блядь. Нет, бред, я также выхожу, что-то походил, там по кому-то топтался за домом и домой. Что мы учим на занятиях? Что будет на экзамене? Я. Меня воспитали улицы. Улицы, которые меня воспитали. Такой ковер стопудово был по половине населения России. Девушки, если мужчина не сделал вам предложение 22-го, 22-го, то не переживайте. Вероятно, он сделает его 33-го, 2033 года. Мне больше веселит 33-е число. 15-го месяца стола. Я тебе нравлюсь? Нет. Жалко. Но ты не спросил, люблю я тебя. А ты меня любишь? Нет. Фу, нет, что так злобно. Мама, мой сын абсолютно нормальный. Тем временем я пытаюсь объяснить Гуглу, какую я пытаюсь найти песню. Пум-пум-пум-пум-пум. Поет еще мужик. Я лучше это. Фить-фить-фить-фить-фить-фить. Кто помнит фить, да, человек. Я люблю тебя. Блин, не тягни меня в эту ху-ху-ху, короче, вы поняли. Хоть ты приходишь в школу каждый день спасать учеников обнимашками. Не поможет. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Это пишет даже Бэтмен, не хотел бы этого знать. Друзья, помимо Ютуба, я пишу книги жанра фантастика. Фикс прайс продается за полцены. Видеоблог вампира. Одна из моих книг. Также в любой любительный магазин, читай в городе, в Уфаете, в Уделинке, в Озоне, на Wildberries, на Озоне. Я уже говорю на Озоне, ну вы поняли. Везде, во всех книжных, продаются мои книги. Любите фантастику, ознакомьтесь с моим литературным творчеством. Начать читать можно с любой книги, они все разные. Такие дела, друзья. Спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения, улыбок, счастья, здоровья и пока-пока. И все разные. Такие дела, друзья. Спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения, улыбок, счастья, здоровья и пока-пока. Сфотографировал воду из какой-то трубы. Мне показалось, что это земля. Но если мы продолжим высирать планету, то, наверное, в будущем, да, вот такая-то и будет. Семилетний, когда мама на рынке примеряет мне кепку. Я крутой. Да, крутой. Лицо мамы, когда сам приготовил себе обед. Это твое лицо, когда приготовил себе обед, и так пытаешься с невозмутимым видом идти в туалет, потому что днище рвет. Когда не выспался, я видел мем о том, что не выспался. Это жизнь. Когда живете в селе, и вдруг спрашиваешь, куда пойдем гулять? Это бежишь в городе, я гуляю по тем же местам. Да, я тоже в городе. Кто там думает, там на Красную площадь в городе ходят, там смотреть в Москве, там в Питере, блядь. Нет, блин, я также выхожу, что-то походил, там по кому-то топтался за домом и домой. За научим занятиях, что будет на экзамене. Я. Меня воспитали улицы. Улицы, которые меня воспитали. Такой ковер стопудово был по половине населения России. Девушки, если мужчина не сделал вам предложение 22-го, 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 то не переживайте. Вероятно, он сделает его 33-го, 33-го, 2033 года. Мне больше веселит 33-е число. 15-го месяца стола. Я тебе нравлюсь? Нет. Жалко. Но ты не спросил, люблю я тебя. А ты меня любишь? Нет. Блин, что так злобно. Мама, мой сын абсолютно нормальный. Тем временем я пытаюсь объяснить Гуглу, какую я пытаюсь найти песню. Пум-пум-пум-пум-пум. Поет еще мужик. Я лучше это. Фить-фить-фить-фить-фить-фить. Кто помнит фить, ставьте лайк. Я люблю тебя. Блин, не втягивай меня в эту ху-ху-ху, короче, вы поняли. Котик приходит в школу каждый день спасать учеников обнимашками. Не поможет. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Это пишет даже Бэтмен, не хотел бы этого знать. Друзья, помимо Ютуба, я пишу книги жанра фантастика. Фикс прайс продается за полцены. Видеоблог вампира. Одна из моих книг. Также в любой книжных магазинах, читай в городе, в Уфаете, в Уделинке, в Озоне, на Wildberries, на Озоне. Я уже говорю на Озоне, ну вы поняли. Везде, во всех книжных продаются мои книги. Любите фантастику, ознакомьтесь с моим литературным творчеством. Начать читать можно с любой книги, они все разные. Такие дела, друзья. Спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения, улыбок, счастья, здоровья и пока-пока. Спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения, улыбок, счастья, здоровья и пока-пока. Сфотографировал воду из какой-то трубы. Мне показалось, что это земля. Но если мы продолжим высирать планету, то, наверное, в будущем, да, вот такая-то и будет. Семилетний, когда мама на рынке примеряет мне кепку. Я крутой. Да, крутой. Лицо мамы, когда ты сам приготовил себе обед. Это твое лицо, когда ты приготовил себе обед, и так пытаешься с невозмутимым видом идти в туалет, потому что днище рвет. Когда не выспался, я видел мем о том, что не выспался. Это жизнь. Когда живете в селе, и вдруг спрашиваешь, куда пойдем гулять? Это бежишь в городе, я гуляю по тем же местам. Да, я тоже в городе. Кто там думает, там на Красную площадь в городе ходят, там смотреть в Москве, там в Питере, блядь. Нет, блин, я также выхожу, что-то походил, там по кому-то топтался за домом и домой. Что мы учим на занятиях? Что будет на экзамене? Я. Меня воспитали улицы. Улицы, которые меня воспитали. Такой ковер стопудово был по половине населения России. Девушки, если мужчина не сделал вам предложение 22-го, 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 то не переживайте. Вероятно, он сделает его 33-го, 33-го, 2033 года. Мне больше веселит 33-е число. 15-го месяца стола. Я тебе нравлюсь? Нет. Жалко. Но ты не спросил, люблю я тебя. А ты меня любишь? Нет. Блин, что так злобно. Мама, мой сын абсолютно нормальный. Я еще мужик. Я лучше.